Девчонки, всем привет! Меня зовут Инна, и сегодня очередная порция полезных советов от меня. Знаю, что вам такие видео очень нравятся, и девчонки ждали многие, просили, чтобы я продолжала видео такие снимать, поэтому я делюсь с вами тем, что помогает лично мне, то, о чем я знаю, как вылечить простуду. Вот, наверное, уверена на 100-200%, что многие из вас, как и я, сидят на таблетках, на лекарствах, как вот, не дай бог, какой-то там насморк или еще чего сложнее, горло, кашель. У нас, наверное, в семье все переболели, потому что сейчас был ужасный грипп. Тут моя мама мне приносит вот такие вот сухие листья эвкалипта. Девчонки, это просто чудо. Я сначала, честно, над этим посмеялась, я не поверила, что они могут как-то помочь, потому что я понимала, что там только врач уже будет, наверное, моим спасителем. Но нет, я их буквально совсем вот... Вот у меня здесь, видите, как их мало, у меня больше их нету. Я буквально вот несколько вот таких вот листочков, чуть-чуть совсем кидаете в водичку, в кастрюльку воды буквально столько, может, литр, буквально там 2 литра воды, и... кипятите вот эту вот листья в ней 5 минут, не больше. Потом это снимаете все с огня, накрываетесь махровым каким-то полотенцем, либо чем-то таким толстым, да, чтобы создавался такой парниковый, очень хороший банный эффект. Нагибаетесь над этой кастрюлей и дышите. И буквально, девчонки, 3 вечера по 10 минут я так сидела, вы не поверите, мне уже после первой процедуры стало легче. После третьей все, на четвертый день я себя чувствовала как огурчик. Я забыла, что я болела. Я стала дышать, я стала чувствовать опять все запахи, потому что у меня было так сложно, я просто вообще как будто отрезана от мира была. Вот эти вот листья были привезены знакомой, передала ей, моей маме. Вот мама отсыпала мне буквально чуть-чуть тоже так же, потому что их совсем надо, в принципе, немного, но, опять же, конечно, это на вес золота, то, что у меня есть. Также, если не ошибаюсь, эвкалипт растет в Австралии, вот в таких тоже есть дальних странах, но... Ближе всего к России, это у нас, опять же, я повторюсь, Сочи. Поэтому, если у вас есть знакомые, если у вас родственники есть, обязательно попросите, чтобы они вам выслали или передали как-то. Конечно, вообще даже не начинать болеть, поэтому укрепляйте иммунитет и держитесь огурцом. Далее, девчонки, это, скорее всего, уже такой трюк, который мне часто помогает купить правильный размер джинсов и не ошибиться. Например, если у вас нет возможности померить в данный момент их в магазине, когда вы хотите их приобрести, либо вы торопитесь, ну, всякий случай в жизни бывает. Поэтому, что мы делаем? Я беру вот эту вот талию, обворачиваю их вокруг шеи, девчонки, вот так вот. И если они вот сзади, вот здесь вот сходятся... то это ваш размер. Если, например, наоборот, меньше они не сходятся, значит, они вам маленькие. Это довольно такой же проверенный трюк, поэтому можете даже посмотреть сейчас те джинсы, которые у вас есть дома, и сравнить. И хочу дать один совет, когда вы наносите макияж, не покрывайте тушью нижние ресницы, если у вас, например, есть морщинки уже довольно такие видимые, либо есть припухлости под глазами. Также не наносите плотный консилер вот под глаза, потому что это, наоборот, привлечет внимание очень к недостаткам и будет, ну, выглядит, даже возраст будет придавать, поэтому старайтесь лучше подкрасить только верхние реснички, потому что они открывают очень зрительный взгляд. Так я ухаживаю за своими ручками и ноготками в последнее время. Этот способ, мне кажется, не уступает 100% нисколько каким-то спа-процедурам салонным, которые очень довольно-таки дорогие или стоят каких-то денег. А это просто сущие копейки. Вы берете свой обычный питательный, хорошо увлажняющий крем, который обычно используете, да, ежедневно для рук. Ну, либо лучше взять вообще, в принципе, в идеале, конечно, лучше оливковое масло, чтобы вот 100%. Перед тем, как мыть посуду, я наношу на руки питательный крем. Одеваю резиновые перчатки, включаю довольно такую горячую воду. Перчатками от теплой воды создается парниковый эффект. И он, вот этот крем, проникает лучше всего в глубокие слои кожи, тем самым насыщая кожу питательными веществами, лучше воздействует ваш крем на руки, поэтому, я думаю, посуду вы моете, наверное, каждый день, и всегда применять этот способ. В итоге мы получаем чистая посуда, нежные руки и крепкие ногти. Также хочу вам дать один совет. Если у вас нет средства для снятия макияжа, не оказалось под рукой, либо закончилось, либо у вас какая-то, например, аллергия, вы не можете себе подобрать что-то, чтобы снимать с глаз, тушь, снимать тени, в принципе, со всего лица, я могу вам посоветовать альтернативу очень хорошую и довольно экономичную. Это обычное кокосовое масло. Вообще отлично, девчонки, снимает макияж. Правда, не щипит глазки, при этом очень эффективно. Вся тушь у меня остается на ватном диске. Попробуйте,
и проверьте сами. Если вы хотите натуральный хороший скраб, возьмите просто в аптеке обычную морскую соль, дома оливковое масло, смешайте эти два компонента, сколько вы там вам надо этого средства, да, на все тело, либо что вы будете скрабировать. И, девчонки, вот правда, во-первых, оливковое масло, оно хорошо увлажняет кожу, а с морской соль она хорошо вычищает вот эти все загрязненное в коже. В принципе, это бюджетно, это дешево и очень эффективно. И как очистить расчески для волос, например, с натуральной щетиной и обычную пластмассовую. Конечно же, это проблема. У меня есть скребок, которым я выскребаю, потом, в принципе, мою щетку, но я нашла другой способ. Берете обычный нашатырный спирт, он продается в любых аптеках, вообще стоит копейки, разводите с водой 4 к 1 и опускаете эти расчески буквально минуты на 2 в этот раствор. Смываете теплой водой и вытираете насухо, просушиваете расчески. Очень эффективно работает, весь этот жир, грязь растворяется в этой воде. Пока все, надеюсь, эти советы вам пригодятся и буду очень рада. Ставьте пальчики вверх, поддерживайте меня, я буду знать, что вам такие видео делать в будущем. И всем пока!